Сейчас посмотрим в очках. До стены 10 метров. Ну что ж, затаили дыхание и смотрим, что там внутри. Мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор электроинструментов и с вами Николай Татошный. И сегодня у меня на обзоре лазерный профессиональный уровень от торговой марки Intertool, модель MT3008. Пробежимся быстро по характеристикам. Данный лазерный уровень имеет функцию самовыравнивания, 5 лазерных лучей, толщина лазерного луча 5 мм на 10 метров. Плюс в данном уровне есть звуковой сигнал. Также указали точность в этом уровне плюс-минус 0,2 мм на метр. И самое главное, что мне нравится, данный лазерный уровень имеет зеленый лазер. Почему я сказал, что зеленый лазер — это хорошо? Как известно всем, зеленый свет человеческий глаз видит намного лучше. А теперь расскажу тем людям, которые покупают в интернете, ну и нет возможности подержать его в руках. В комплект поставки входит это специальные зеленые очки для лучшего просмотра линий, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, ну и USB-переходник. Можно не заморачиваться, если пошли на объект и забыли зарядное устройство. В комплекте в данном уровне есть переходник. Очень удобно, и пошла зарядка. Также есть инструкция по эксплуатации. Самое главное — бокс для транспортировки и хранения данного уровня. Ну, по поводу данного чемодана для хранения тут претензий вообще никаких нет. Хорошая качественная пена. Сам по себе уровень, вот это все, что вы видите в черном цвете, это идет полностью обрезиненный корпус. И даже вот здесь сверху. Рукоятка для переноски и транспортировки тоже сделана из пной резины. В верхней части уровня расположен пузырьковый уровень и кнопки управления. Включение и выключение, и горизонталь и вертикаль. Друзья, также хочу вам показать, что есть хорошая шкала, она не нарисованная, она выбита на металлической пластине. И можно не переживать, что сотрутся цифры. Как я говорил ранее, уровень имеет окошко для горизонтали и 4 для вертикали. Очень хорошо, что в данном уровне есть поворотный триггер, это очень будет удобно мастерам, те, кто занимается укладкой плитки. Видно, что подошли к этому делу очень профессионально, и видно, что этот барашек идет обрезиненный. Также в данном уровне есть 3 опоры, 3 ножки, с помощью которых можно регулировать неровность. И корпус, на котором крепится уровень, сделан из металла. Также на данном уровне есть резьба под штатив, и также в данном уровне есть точка отвеса. Кстати, в данном уровне есть возможность использовать либо аккумулятор, либо пальчиковые батарейки. А самое главное, есть возможность работать от сети. Аккумулятор в данном уровне имеет 1800 мА. Ну что ж, включим уровень и попробуем, как он работает. Кстати, друзья, освещение у меня в студии супер крутое, и видно, как отчетливо видно зеленые линии. Сейчас посмотрим в очках. Ну, в очках эту линию видно еще лучше. Без — в очках. Получается, H у нас включает и выключает горизонталь. И, соответственно, V включает по очереди все вертикали. Покажу, как работают вертикали. Включается V, одна вертикаль, вторая, и вот эти две включаются вместе. Третьим нажатием кнопки включается третья и четвертая вертикаль. И четвертым нажатием кнопки выключается полностью.
И с включением вертикали сразу нам обозначает точку отвеса, но она уже идет красная. Меня очень часто спрашивают цены на тот инструмент, на который я делаю обзоры. Для этого я зайду на e-каталог, в поисковой строке напишу «лазерные уровни» и сразу все лазерные уровни как на ладони. Вот видно и ДВТ, и Bosch, и другие производители. Но для простоты поиска справа есть фильтр по производителям. Я люблю пользоваться фильтром по производителям. Выберу торговую марку Intertool. И сразу видно, что в торговой марке Intertool есть очень много лазерных нивелиров. В общем, под любого пользователя. Но я выберу тот уровень, что с обзора. Очень удобно, что видно сразу и минимальную, и максимальную цену. Спустившись вниз по страничке, можно посмотреть, сколько интернет-магазинов нам предлагает данный уровень. И чтобы потом долго не искать данный уровень, как всегда, я добавлю в свой список желаний. В общем, друзья, кому интересны лазерные уровни, как всегда, все ссылки я оставлю в описании. Кстати, в данном уровне есть сигнализатор неровности. Если вы поставили не на ровную поверхность уровень, где-то на перекос, он сигнализирует, и автоматический лазерный уровень тоже сам по себе мигает. И также тут на стенке сделал пометку под горизонталь. Сейчас покручу лазер и проверим, или будут совпадать вот эти наши две пометки. Так, видно, все совпадает. И еще до конца я его прокручу, а потом на 360 градусов. Второй конец тоже видно, идеально все совпадает. И 360 градусов. Идеально все совпадает. Ну, здесь претензий абсолютно никаких нету. Все точно и ровно. А теперь проверим плоскость. Вот здесь мы обозначили. Сейчас на 180 градусов. На второй стене сделаем тоже пометку. Идеально линию видно. Сейчас сделаю пометку. Вот видна пометка. Так, теперь я перенес стол сюда на обратный конец комнаты. И видно, что линия идет также по пометке. Сейчас покажу. И сейчас покрутим его на 180 градусов. Друзья, все идеально. Комната здесь у меня 5,5 метров. Еще второй конец линии проверю. Кстати, там в углу тоже все нормально. Друзья, идеально для такой комнаты, вообще все идеально. Так, друзья, это мы с вами проверили горизонталь и проверили, как уровень работает в плоскости. В двух режимах он работает просто замечательно. Так, сейчас проверим угол. У меня есть уголок от Stanley. Я думаю, ему-то доверять можно. И сейчас, друзья, мы вместе с вами посмотрим, насколько идеальный угол. Ну, здесь тоже вообще придраться не к чему, все просто идеально, ну понятно. Сейчас проверим вертикаль. Друзья, чтобы проверить вертикаль, я использую в качестве отвеса вот такой шнурок. И сейчас проверим, это самый простой и надежный способ. Включаю уровень. Также видно точку и видно все идеально по шнурку. И самый-самый верх шнурка. Также идеально. Покажу вам вблизи. Настолько луч идеально ложится на шнурок, что даже на стену не переходит. На стене только тень. Видите, да? И пошло вверх. И здесь уже пошло на трубу. Друзья, я думаю, такой уровень, ну, мастерам реально просто будет за счастье. Хочу вам показать, продемонстрировать, как светит зеленый луч. Друзья, несмотря на то, что у меня здесь освещение, три лампочки, одна двухсотка, один прожектор и самое главное, моя лампочка, которая делает освещение, это 500-ка. И смотрите, видно луч. Круто? Круто. Так, сейчас проверю в большом помещении, где до стены 10 метров. И меня интересует толщина самой линии. Освещение здесь плохое, но можно что-то увидеть. Толщина линии на 10 метрах имеет почти 2 миллиметра.
Видно, да? Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Ну что ж, затаили дыхание и смотрим, что там внутри. Если тебе нравится, что я делаю, обязательно ставь лайк. Если не нравится, жми дизлайк, значит, я это заслужил. Здесь все металлическое. Вот это стоит, вот этот маятник отвес. И под ним, видно, есть пару магнитов для быстрой стабилизации его. Друзья, самое главное, меня радует, что есть везде регулировочные винты. Получается, если вам уровень упал, что-то где-то не так показывает, можно их регулировать. Обзоров, как отрегулировать лазерный уровень, полно в интернете, но самое главное, не трогать вот эти регуляторы, потому что если собьете луч, все, можно выбросить уровень в мусор. Хочу показать, как блокируется маятник, отвес. Все очень просто. Раз, и он на сторону, видно, вот этим рычажком он блокируется. И, соответственно, выключается микрик. Здесь стоит микрик. И как только мы рычаг поворачиваем, микрик включается и маятник выравнивается. Так, друзья, что я еще хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, или этот уровень влагозащищен. Нет, этот уровень не влагозащищен. Работать в дождь таким уровнем нельзя. Кстати, тоже очень понравилось. Вот эта петля, ручка для переноски, фиксируется на металлических заклепках в корпусе. Так что можете не переживать, что петля оборвется и уровень упадет у вас из рук. Здесь все надежно заклепано. В общем, друзья, обязательно пишите в комментариях, кто какими лазерными уровнями пользуется. Это очень будет полезно людям перед выбором лазерного уровня. А если тебе понравился обзор, ставь лайк, подписывайся на канал, а то пропустишь много чего интересного.